Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максиманс, и сегодня мы будем играть в Hello Neighbor 2. Наконец-то вышел официальный релиз этой долгожданной игрушки. Ну, точнее, официально он еще не вышел, официально для всех он выйдет только 6 декабря. А для тех, кто там предзаказ уже сделал, Deluxe Edition заказал, а для них уже доступно сразу. Но я не покупал, я скачал пиратскую версию, ее уже взломали. Ее уже можно скачать в интернете, я этим воспользовался. Но я не стал покупать пока, я просто не стремлюсь пока покупать игру, которая, не знаю, понравится мне или нет. Ну, впрочем, я надеюсь, что понравится, поэтому давайте поиграем. Я, к сожалению, любитель пиратства, так сказать, поэтому не очень-то люблю бабло тратить на игры, поэтому извиняйте, если что. Короче говоря, дополнение. Это, кстати, Deluxe Edition версия какая-то. Говорят, что она содержит вот эти самые дополнения, видимо. Так, только здесь кнопки играть, здесь почему-то нет кнопки. Может, надо разблокировать, фиг знает. Я вообще первый раз ее запускаю, я не нажимал, я не знаю, что тут будет вообще. Вообще, я не видел на ютубе, я не видел никаких прохождений, я не читал ни в каких справочниках ничего. Это просто первый взгляд вместе с вами будет. Я реально ничего тут не знаю, поэтому дико извиняюсь, если буду тупить. А тупить я могу запросто. Давайте нажимаем новую игру. И смотрим, что же здесь у нас будет. Такая вот заставочка с автомобилем. С антенной. Это типа у нас загрузочка. Так, ждем загрузку. Давай, грузись. Был один подписчик, который мне в ВК писал. Любитель Hello Neighbor. Он мне тоже говорил, что там заранее выходит для некоторых людей. Там спрашивал, хочешь ли ты узнать сейчас концовку или вообще, что бы ты там хотел. Я говорю, не спойлери, пожалуйста, я хочу все сам увидеть. Так, ну наш герой приехал куда-то. И что-то тихо, надо, наверное, сделать погромче. Так, ну на наш супер-мега прибор, как всегда. Конечно же, я эту игру буду проходить. Не исключено, что я буду в справочки какие-то заглядывать, чтобы что-то узнать. Но сейчас именно в этом видео это будет первый взгляд. Я вообще ничего не знаю, что тут будет. И хочу вместе с вами узнать. Так, сосед. Опа. Это сын соседа. Это сын соседа. Он сфоткал его. В Hello Neighbor 2 нам не показывали сына соседа. Он затащит дом и, наверное, в подвал, наверное, пойдет. Он, наверное, в подвал его спрятал. Тихо, не урони. Поехали! Жми на газ, скорее! А-а-а, долбануло мне стекло, ё-моё! Едем! Ворон! О-о-о, щет! Вот это мы долбанули сейчас по-крупному. Неплохое начало, неплохое, хорошо. Лопату взял. Ну, лопату... Не знаю, для чего. Я думал, он дочери пошел хоронить свою на заднем дворе. По такой сюжет нам тоже известен. По первой части. Нет, он пришел, чтобы хренакнуть нашего Квинтина, но смог лишь... Долбануть нам стекло, и, кстати, его уже нету. Двери. Так, короче, нас тут обучают, я так понимаю, как всегда. И так, нам нужен ломик для этого. Так, ну это мы уже видели. Хватаем ломик, открываем вот эту дощечку. Опа. Погромче сделать надо, я думаю.
Вот так вот. Так, что там? Последние сохранения какие-то есть? Но у нас пока никаких сохранений нет. Мы же первый раз с вами запустили игру. О, блин. Ну ладно, пока я ничего особо не удивляюсь, это мы уже видели. Но надеюсь, сейчас чему-то меня удивят. Да, я реально думаю, что буду дико тупить. Извиняйте за это. Тысячекратно извиняйте меня за это, но... Так, походу, где-то не хватает шестеренки. Вон там, наверное. Так, это красный. Даже не... Ой, на бандикам нажал случайно. Тут кусок от бандикама торчит. Надо еще найти шестеренки. Так, ключ. Берем ключ, открываем дверь. Ну, все, что тут происходит, не совсем так, как было в тех версиях, которые мы смотрели. Так, и... Так, надо какой-то предмет. Ну-ка, ну-ка. Хренак, блин! И ставим последнюю шестеренку, нажимаем на рычаг и наслаждаемся красивым открыванием двери. Итак, нет, мы не будем пропускать кассету, нам интересно позов... Хренаж себе. Ой. Что сейчас будет? Вот это интересно. Так, мы в каком-то... А где это мы проснулись? Это не... Явно это не подвал. Блин, вот FPS не хватает, конечно. Но это может... Ну, это из-за того, что у меня комп, наверное, не очень сильно мощный. Идите нафиг, кто мне там в WhatsApp пишет. Да, FPS явно не хватает. Но мы игру все равно будем пытаться проходить. Так, дом. Два копа, которых мы уже видели с вами. Что это за камера, вертолет какой-то? Квадрокоптер, ё-моё, вспомнил. А почему прибор видно, а нас нет? Какое-то дурацкое зеркало, его надо почистить, я думаю. Так, и куда нам сейчас надо? Так, вон дом, короче говоря, нашего соседа. Такой же, как мы с вами уже видали. И что тут? Нифига себе часы. А чё так много значений? 24, это чё, вот это чё значит? А, про соседа мультики, оказывается, есть. Круто! Наш сосед, оказывается, актер. Это похоже на детей из Secret Neighbor, кстати. Ой, фу, какая гадость. Hello, neighbor, welcome to Ravenbrooks. А этот мультик, он долго будет еще идти? Привет, сосед. Это похоже реально отсылка на Secret Neighbor, мне кажется. Дети, по-моему, оттуда. О, да, там тоже было много замков. О, тут какой-то секретный проход есть,
который наш сосед не влезает. Экранчик у телевизора очень реалистично выглядит, мне прям нравится. Это классно, это шикарно, ребята. О, сейчас догонит, блин. Премьера 8 декабря. Смотрите. Так, все. Ролик пошел заново. А это... Так, это не включается. А там у нас что? Допрыгнем? Допрыгнем. Я сомневаюсь, что там что-то есть. Ну, давайте посмотрим. Да ничего тут нету. Можно было сюда и не лазить. Нифигашки тут нет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ладно, пошлите к нашему соседу. Или куда нам надо идти. Давайте посмотрим, как наша хата снаружи выглядит. А, ну так же, как мы видели уже. Нам туда же, да? Или не туда? Я помню, мы туда заходили, когда была ночь в предыдущих версиях. Так, тут куча знаков, территория отцеплена. Судя по... Мне кажется, что... Так, коп стоит там. На, походу, туда. Ну-ка, как у нас? Так, инвентарь вот он у нас выглядит вот так. Так, ну этот коп явно нам не даст туда зайти. Как бы нам туда зайти, если там коп, он, который туда-сюда еще и ходит? Ну-ка, мы к машине подойти можем? Нет, не, открыть машину в этот раз мы не можем. Давайте попробуем как-нибудь с другой стороны, что ли, зайти туда. Что от нас требуется, я не в курсе. Абсолютно. Ну-ка, залезай туда. Закрыто. Дверей задних нету никаких. А если я что-то разобью, этот коп по-любому услышит. Так, дом. Дом к этому. Рыбаку, блин, или охотнику. Кто там? Браконьеру, может, какому-то. Тоже бывали там. А здесь никаких дверей нету? Есть. Давайте зайдем. Проверим, что у нас тут находится. Идите нафиг, кто в WhatsApp пишет мне, ё-моё. Угу. Пригнемся, может, у нас есть... Ох, ё-моё, сколько замков тут. Мы это в демке уже видели. Там тоже было много замков, по-моему, даже точно такие же. И там надо было найти 4 ключа. И, по-моему, мне это не удалось. Все 4 ключа найти. Давайте это выложим, оно, я не думаю, что оно мне нужно. Хрена ж себе. Ну и пусть летает, ладно. Опа! Я не знал, что тут что-то есть. Так, ну этот код нам явно где-то надо узнать, какое, что нам именно надо здесь открыть. Я помню, картины надо какие-то поворачивать. Сейчас этих картин я не вижу здесь. О, 6. А. 6. Или это 9. Фиг его знает. А чё он обратно унитаз-то запрыгнул? 9.
9 или 6. Надо это запомнить и потом во внимание это, так сказать, узреть. Коп этот нас не видит в доме. Так, нам надо второй этаж, наверное, заюзать. Ну, короче говоря, насколько я понял, Hello Neighbor — это действительно продолжение после первого, ой, после второго акта в Hello Neighbor. Наш вот этот Квинтин зафотал соседа со своим сыном. Отправил в полицию эти кадры, судя по всему. Хотя нет, как бы он отправил, его же он потом хренакнул лопатой, сосед не успел отправить. Но тем не менее, полиция сюда все равно приперлась. Каким-то, как ни странно. А где сам сосед, нам пока не ясно. Давайте смотреть другие комнаты. Так, это я помню. Только здесь уже никаких этих классиков нету. Так, восьмерочка у нас тут есть. О, погодите, погодите. И пошли-ка за кубиком затем. Какого он был цвета? Поднесем, посмотрим. По-моему, синего. Это, мне кажется, пароль от... Это девятка, наверное, все-таки. Я не знаю. Ну и, блин, я не в курсе, что это за цифры. Давайте вбьем 9-8 пока. А, они не защелкнутые, они одноразовые. Надо, наверное, еще кубики искать, парочку, наверное. Застывшие часы. Там что-то еще светится. Ничего интересного, я так понимаю. Опять эти странные часы. Телевизор не будем включать, наверное. А, давайте включим. Это какой-то другой мультик уже, подождите. Надеюсь, этот коп не услышит. Так, я эту заставку буду видеть бесконечно, или мультик какой-то пойдет. А ну, да. Ой. Выключаем. Так, теперь давайте второй. А, закрыто. Туда нам не попасть. А, ножницы нужны. Надо ножницы найти. Так, и смотрим. Так, мы тут были. Ножницы надо найти. Но они где-то в комнате. Может быть... А, я вспомнил. Я вспомнил в демке, в той, надо было ножницами подушки резать, а здесь это уже другая комната, это не комната с кроватью. О, еще один кубик. Этот уже красный. Значит, нам надо еще желтый кубик отыскать. И мы... Нам надо по всем комнатам пошарить и найти... Ой. Показалось, наверное. А это что за картина? Она что-то делает? Там какой-то проход. Ну-ка, мы должны туда посмотреть. Мы должны забраться туда, подождите. О, фигурка соседа. Что у нас здесь? Фигурка соседа. Карта. Фигурку соседа, это, наверное, дом надо поставить. Пока что сами догадываемся, но мне не все известно все равно пока. О, я нашел, кажется, желтый кубик. Куда надо поставить фигурку? Вот он, желтый кубик. А, нет, это... я думал, он будет туда-сюда все время ходить. Так, вот классики. А, надо отыскать... надо отыскать желтый кубик. Это был не желтый кубик все-таки. Это был не, вообще никакой не кубик. А это? Нет, это не кубик. Но коп этот где-то ходит.
А, пипец. А если я далеко от дома отойду, он не будет же меня преследовать потом? Ну, явно не будет. Потому что, а нафига? Так, ну машины закрыты, нам туда точно не попасть. В бете можно было открыть машину и в сирену включить, ведь здесь нельзя. О, а тут залезть нельзя случайно? Ну-ка, посмотрим-ка, что у нас тут. Ну, русалка какая-то, блин, зеленая. Не допрыгну. Высоковато больно. Тут. Зуба тут какой-то есть. Наверняка нас на крышу может подпрыгнуть. Отлично. Смотрим, что у нас тут на крыше имеется. А нифига, по-моему, тут на крыше нету. Да, что это за труба? Вот скажите мне, пожалуйста, ну что это за труба? Куда дым-то выходит? Так, допрыгнем? Или лучше по ветке по этой подняться? Ай, блин. Вот беда, а. Да вставай, ё-моё. Здесь кубиков нету. А, я забыл, что тут на батуте надо. Ясно, видимо, придется пробовать допрыгнуть до туда все-таки. Опа. Так. Еще один прыжок. Оба. И... Оба, блин. Отлично. Смотрим, что у нас здесь находится. О, ножницы. Ножницы, ножницы, ножницы. Их можно взять? Я что-то взять их не могу. Они не берутся. Иди. У меня такое чувство, что это не те ножницы, которые нам нужны. Может, и тут железная дорога какая-то. Может, ее надо отключить как-то. О! Это что у нас делает? А, это просто окно открывается. А еще и звуки издают, нифига. Так, ну это как сюда деталь какую-то надо. А, вот. Вот, нам надо было спустить лестницу туда. Понятно, теперь все понятно. Надо... Ага, тут нет рычага, наверное, надо отключить железную дорогу. Ну вот ножницы. Ножницы, видимо, надо взять, но, наверное, надо сначала железную дорогу отключить, хотя... Это как-то не сильно логично. Можно же их так рукой взять. Отсюда. Странно, в общем. Почему я не могу взять эти ножницы? Так, давайте... Ладно, пока фиг с этим домом. Мы все равно сегодня не будем это проходить. Давайте осмотрим другие места. Например, вот эту кафешку. Заперта, нам туда не попасть. Ладно, идем в другое здание тогда. А перелезть через забор нельзя? Нет. Музей есть, тот самый. Давайте, вот он самым главным зданием в бете был. Может быть, он и здесь самый главный тоже будет. О, здесь уже вход есть. Парадный, наконец-то. Но он закрыт, конечно же. Да, музей тут, конечно, перестроен. И здесь тоже везде заперто. Гараж появился. Ну, короче говоря, секретный проход один там был. А насчет, будет ли он здесь, я не в курсе. Давайте походим и попробуем поискать. Вдруг найдем. Не, нету. Ну, а... Тут нигде нельзя забраться повыше. Похоже, забраться повыше здесь нельзя. Может, нам еще рано пока туда идти.
Ладно, давайте другие места поизучаем. Ого, я не думал, что он от такой высоты сдохнет. Ну так, в переносном смысле сдохнет. А в другие дома нельзя входить? Нет, даже навести курсор на дверь не можем. Вывеска рухнула, что ли? Так, давайте дом охотника посмотрим. Хотя, по-моему, мы туда тоже не можем попасть. Ну, давайте попробуем. Тут через забор-то можно перелезть, я думаю. Да, можно. А, невидимая стена, мы туда не можем попасть. Никак. А, тут нельзя перелезть? А, нет, тут тоже невидимая стена. Ладно, смотрим дальше. Так, ну, в этом амбаре, сарае мы уже бывали. Ну и давайте еще походим, может быть, дом мэра тут есть. Город видно, что переделан от беты. Стал другим. Тоже невидимая стенка, дальше нам не попасть. Так. Так тут были уже. А, вот он, дом мэра. И тут даже ворота открыты. Давайте зайдем. А, только в этот дворик ворота открыты. А в этот закрыты. Ну, короче, судя по всему, нам сначала надо пройти дом соседа. А уже потом другие места. И этот музей, наверное, тоже закрыт пока. Ну ладно, я предлагаю закончить на этом. Вот такой вот первый взгляд получился. Довольно эмоциональный, интересный. Буду обязательно проходить эту игру до конца. В комментариях, пожалуйста, пишите какие-нибудь подсказки, как пройти тот дом. Но пожалуйста, не спойлерите. Лучше, я думаю, будет без спойлеров, чтобы были эмоции. Чем больше эмоций, тем веселее ролик. На сегодня все. С вас лайкос, подписывайтесь, меняя эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, субтитры ВКонтакте. И всем пока.